Всем огромный привет и очень рада видеть вас на своем канале Ванила Мария. Для тех, кто новенький, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробелов. Сегодня мое видео будет посвящено палетке Tarte Tartelette in Bloom. Это нашумевшая палетка как на англоязычном, так и на русскоязычном YouTube. Я также ее недавно приобрела и решила для вас снять полный обзор на эту палетку, потому что она действительно стоит того, чтобы о ней поговорить. Также вы увидите осенний модный трендовый макияж с использованием данной палетки. Поэтому, если вам интересно мое мнение о данной палетке, если вы хотите увидеть полный обзор на данную палетку, если вы выбираете сейчас, какую себе базовую палетку купить, если вы хотите увидеть модный осенний макияж, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, данная палетка у меня пришла в картонной упаковке, которая повторяет дизайн самой палетки. Сама палетка с этой стороны, она, конечно, потрясающе украшена. Это потрясающий рисунок, очень женственный, очень милый, классный. Что касается оборота, здесь она выполнена достаточно лаконично, в таком золотом цвете, несмотря на то, что она блестящая. Отпечатки не так на ней видно, что не делает неопрятной в использовании эту упаковку. Помимо этого, она легко достаточно открывается. Здесь у нас большое зеркало, очень удобное, и здесь находится 12 оттенков. Как я уже говорила, что я не просто так вот с чего-то вдруг решила брать именно эту палетку, я выбирала именно базовую палетку, которая будет очень удобна мне для создания разных макияжей, как дневных, так и вечерних. Помимо этого, мне нужна была палетка, которая будет не очень большая, которую можно будет брать с собой. Также, что хочется отметить, косметика Tarte, она очень хорошая по составу, она делается на основе амазонской глины, и помимо этого не содержит она СЛС, продуктов нефтепереработки, фталатов, а также консервантов, парабенов, что делает эту палетку просто вообще гениальной. Несмотря на свой натуральный хороший состав, тени высокого качества, очень хорошо пигментированы, очень хорошо тушуются, но об этом я позже расскажу уже непосредственно про оттенки. Помимо этого, косметика Tarte не тестируется на животных. Я уже говорила в своих видео, для меня это является дополнительным бонусом при выборе косметики, если косметика не тестируется на животных. Что касается данной палетки, здесь 12 оттенков, здесь есть один шиммерный оттенок, это вот этот вот угловой золотой оттенок, называется он Funny Girl. Помимо этого, все остальные оттенки практически матовые, есть еще два оттенка сатиновых, вот они, это оттенки Rocker и Firecracker. Также хочется отметить, что есть оттенки как более холодные, так и более теплые. В целом палетка в этой второй версии In Bloom, она более теплая, нежели палетка в первой версии Tartelette. Но несмотря на это, мне кажется, палетка более универсальна, потому что именно более универсальна для домашнего использования, потому что есть как шиммерные оттенки, так сатиновые, так и матовые, есть как более холодные, так и более теплые. Вы можете создать абсолютно любой макияж. Помимо этого, хочется отметить, что все-таки палетка имеет не очень большой размер. Вот в сравнении с моей ладошкой она занимает где-то 2/3 длины ладошки. Палетка достаточно легкая и тонкая, ее можно спокойно брать с собой в косметичку, ее можно с собой брать и в дорогу, она очень компактная, очень маленькая для этого. Что касается уже непосредственно качества теней, здесь я просто в восторге, потому что тени просто потрясающие. Пигментированы, это видно на сводчик. Помимо этого, тени очень мелкого помола, они очень легко смешиваются между собой, то есть помимо тех оттенков, которые представлены в палетке, вы можете создавать свои новые в макияже. С этой палеткой легко работать как кистями натуральными, так и из искусственного ворса. Также, конечно, подборка оттенков, она просто вообще идеальная. И качество, конечно, теней, оно просто фантастическое. Единственное, что если вы любите качество теней, как у Urban Decay, то здесь, конечно, именно шиммерные оттенки, они чем-то похожи. Которые матовые оттенки, они более суховатые, нежели Urban Decay. И также хотелось бы отметить, что тени очень медленно расходуются, несмотря на то, что я практически уже 2 месяца тестирую данную палетку. У меня ни на одном рефиле еще не стерлись буквы Tarte, которые здесь выбиты. Потрясающая палетка, очень хорошего качества. Резюмируя все вышесказанное, это моя самая любимая палетка. Прежде всего, она очень крутом дизайне.
очень милым и женственным. Она в небольшом формате, она легкая, ее можно с собой легко брать. Рефилы в палетке не выпадают, она выполнена очень хорошо, очень качественно. На самой упаковке не видны отпечатки, что делает ее достаточно опрятной в использовании. Помимо этого, подборка оттенков просто идеальная. Я могу делать как макияжи себе абсолютно любые, так и макияжи кому-то еще. Помимо этого, она универсальна именно для домашнего использования, потому что есть как шиммерные оттенки, так и сатиновые, матовые. И, конечно же, качество теней, оно просто потрясающее. Стоила палетка 3750, когда я ее покупала в магазине Beauty Tip Shop. Это магазин, который находится в Санкт-Петербурге. Поэтому, девчонки, кто живет в Санкт-Петербурге, как и я, обратите внимание на этот интернет-магазин. Не придется долго ждать через каких-либо посредников. Обычно у них всегда в наличии есть косметика Tarte, Urban Decay, Lorac, поэтому есть из чего выбрать, что есть в наличии, не приходится ждать, это огромный плюс. Ну, конечно, приходится доплатить, потому что если заказывать напрямую косметику из США, выйдет дешевле. Но минус Tarte, их нельзя напрямую заказать пока в Россию, они не доставляют свою косметику в Россию. Я надеюсь, что в ближайшее время они исправят это досадное недоразумение, но пока что покупать единственный выход через какие-то интернет-магазины, перекупщики, такие как, например, Beauty Tips Shop. Поэтому советую, я там брала, это 100% оригинальная палетка, поэтому я вам тоже советую присмотреться именно к этому интернет-магазину. Если вы на данный момент выбираете базовую палетку теней, то обязательно присмотритесь именно к палетке Tartelette, именно во второй версии, потому что действительно есть как теплые, так и холодные оттенки, есть как сатиновые, шиммерные, так и матовые оттенки. Очень универсальная палетка хорошего качества, которая, конечно, стоит своих денег, таково мое мнение. Далее в этом видео вы увидите макияж, который я выполнила с помощью теней из данной палетки, поэтому никуда не отключайтесь.
все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно ответьте мне в комментариях, какая ваша любимая базовая палетка на данный момент. Встречали ли вы когда-либо косметику Tarte? Если да, то какие у вас любимые продукты среди всего ассортимента Tarte? И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео, и пока-пока!